Чтения посвящены профессору Казанского федерального университета, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, академику Российской академии образования Валентину Андрееву. Идейным вдохновителем проведения научной конференции стал сам Валентин Андреев. Когда профессора не стало, организацией и проведением стали заниматься его ученики. Конференция продлится 2 дня. Ключевой ее целью является развитие и популяризация идей научной школы, педагогики, творческого саморазвития. Обсуждались темы самых разных направленностей – от саморазвития личности до цифровизации повседневности. И задача номер один человека в новом мире – это задача создания новой этики, новых границ реальности для управления и настройки на новую систему. То, что происходит сейчас во всем мире – это глобальный экзистенциальный кризис. Завершится конференция познавательными мастер-классами, где участники ознакомятся с основами конструирования и программирования роботов и изучат технологии будущего. Аделина Зинатова, Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.